Житель Петропавловска за две недели 56 раз нарушил правила дорожного движения. Лихача зафиксировали интеллектуальные видеосистемы. Страховой полис на его машину зарегистрирован не был. Ориентировку на нарушителя внесли в базу данных, и камеры уже самостоятельно искали его в автопотоке. Обнаружили его с помощью мобильного приложения сотрудники группы розыска. 29-летнему жителю города предстоит выплатить солидный штраф. За многочисленные нарушения скоростного режима ему предстоит уплатить штраф на сумму свыше 1 миллиона 300 тысяч тенге. Также штраф 10 месячных расчетных показателей следует уплатить за управление без страхового полиса. Автомобиль водворен на специализированную штрафстоянку. К слову, с 8 июня в области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Борышкер». За 6 дней ОПМ установлено 4745 неплательщиков по административным штрафам.